вот сам думал, как же так, не может быть на такой матч, «Динамо» Москва приехала и, ну, как вот, Потапов пустил с Кара на полчаса раньше, начали следующий матч. Грюбен. Цветков. Отлично разыгранная комбинация. Посмотрим, как уже шахматная. На два хода вперед просчиталась, когда шайба шла уже на бросающий. Он двигался, потому что Туристов остался на месте, все. Половина ворот пустые. И как он доволен. Но вот после этого вы все видели, вот так. Вот, смотрите, смотрите, вот в моменте еще, да, да, да. И Брюквин утащил двоих. Но Светберг уже был здесь. В низко он играет низко, да? Да, ну он молодец, он сыграл здорово. Ну и потом вот прямо он...